Питер Рублей для Рамзеса, не стал тоже придумывать, изобретать велосипед. Best сюрпризов, best сюрпризов. Так, ну ладно, вот такой вот набор героев у нас получился. Ну, Медуза тут теоретически там, да, под Ливинг Армором Трента, под Алакри Тинвокера может быть достаточно сильный, будут бафы, будет Вивер там, если что. Из минусов, конечно, того, что Марс сейчас, ну, сразу не пошел против Руды, понятно, тяжело его было бы ставить так, инвокеру бы совсем ужасно было. Так, я вот спрашивал, будет ли страдать Медуза, пока вот Паша как будто намекает, что да. Дроко фейт, попадает, раскол в минус. Ну, понеслась, сейчас начнет фармить. На топе нападение на Марса. Не должно здесь урона хватать, по идее. Хотя... А, ну маны нету Марса. Но есть инвокер поблизости, который будет помогать. И цель номер один, конечно, Рамзес. Здесь можно вообще двоих убивать. Минус раз. И ударь. Минус. Хватает. Хорош. Отличная перетяжка. Два килла. Солджи на квасвексовом инвокере просто прибежал. Сделал импакт. Круто. Там еще и на Роджера нападать будет. Ну-ка. Вперед 081 бежит. Бодиблок. Хорошая игра от Вивера. Пару ударов в спину, но Паша решает. Паша разогнался. Строку фейт на развороте. Тычку дает. Роджер стики использует. Красиво разыгрались. И вот второго тоже Паша. Можно. И второго тоже можно. Роджер, не знаю, умрет ли теперь. Да, погибает. Но Спирит Брейкер здесь так много вынес. Он экспы кучу поднял. Так, ну кто-то будет защищать? Тогда снизу. Нападение на Трента. Т2, это 3. И легко с ним справиться. Роджеру достается фраг. Арена. Вот. И также сайленс. И копье не дать. Росткит просто переждет арену. А ФГ не позволит Марсу уйти. И Спирит Брейкер, возможно, не позволит уйти еще кому-нибудь. Геймс. Медуза, привет. Манту хотел задолжить, не получилось. Дал стон Гейс, убил Дизраптора. Но в Стадак Шторме он остается. Приходит Рамзес. И очень быстро справляется с Медузой. Два минуса сделали. Перед этим еще Трента, мы помним, снизу убивали. Поэтому качественный размен в одного дизраптора. Все, опять-таки, получилось здорово. И сразу на Рошана перетяжка, так как метаморфозис нажал Рамзес. Надо пользоваться по полной этой способностью. Этой трансформацией своего героя. И будут забирать себя Эгис. Ну, пока игра идет так, как она должна идти, да? Без сюрпризов. В какой-то момент времени с Реджекс просто получив необходимые левелы, сделали необходимые мувы по карте. И получает себе очень даже легкое, хорошее преимущество. Паша. Не хватает. Здесь есть таймлапс. Да. До бульдоза пикали там какие-то корейцы, когда была команда. Ну, он вот никогда даже в топ-20 не входил по популярности. Да даже в топ-50, наверное, он не входил никогда вот до вот этих времен, до конца этого года. А сейчас этот герой там 20, наверное, как раз и находится, может быть, даже чуть повыше. Так, тем временем Медузу в очередной раз убивают с Вивером. Причем я помню, когда вот этот турнир TSL был перед Интом, где как раз таки LGD приехали с замены, не приехал точнее на Сент-Тусей, не успел получить визу, и играли тогда с Ауэйтом в центре, и начали пикать этого спиритбрейка. Я помню эти разговоры среди комментаторов-аналитиков. Ну чё, старенький там Сяоуэйт, ну чё он может сейчас там против профессионалов в миду, поэтому пикает себе спиритбрейкера, потому что на нем кнопки нажимать не надо. А теперь просто повально все киберспортсмены из тир-1 команд, все стали такими неумеками, как будто бы пикают этого спиритбрейкера и переиграют. Хотя на самом деле просто герой оказался, что имба. Да, внезапно. Сейчас столько времени, и при том, что, да, может быть, во время того, как ты, после того, вернее, как ты разгон нажал, ты действительно там мало что делаешь. Но тут ведь не в этом смысл, да, наверное, смысл вовремя это все делать, подключаться, перемещаться грамотно. Вот этот придумали билд через Shadow Blade. И ну, именно это макропонимание должно у тебя быть, когда, куда и как бежать. А как ты ушел, кстати, по поводу? Такой, так, у нас диплоскит один в троих делает. Нормально, одного убил. Одного съел. Остальные бегите. Комфорт, без мана остался, так и его съедят. Сайленс на инвокер, красиво диплоскит играет, ой, красиво. Сайленс на инвокер. И третьего. Инвокером теперь, там торнадо, айсвол. Спирит Брейкер уже должен бежать, по идее. Да, вот он бежит. Правда, арена стоит, диплоскит может пострадать, диплоскит. Лечиться. А, хилиться. Хилиться, ну ладно. И убить таблетки. Дипрескит жить. Копье. Тандерстрайк пережил. Он все пережил. Марс убить не смогли, но выжили все Джекс в этой драке, конечно. Ну, да, гениальная игра на пруде. Увы, нет. Но это лучше Спирит Брейкера.
А Рамзесу лучше там расслабиться. Так, ну что, будем кнопки нажимать? Да, смог, смог у нас используется. Баста горит просто, дождаться окончания чего? Аегиса тоже давно нет, Паша залетел. Стонгейст разобрали за Стонгейст Вивера. Марса разобрали. А Стонгейст был как раз на команду, которая играет Марс и Вивер. Марс байбекается, связали с Солбайндом. Есть арена, она ставится под Метеорхаммер. Можно теперь трекеры убить. Убили. Вивер тоже на байбеке. Депресс-кит идет забирать СМена. Не добил, кстати. Добил. Все-таки добил. Так, торнадо было, Депресс-кит пытается уйти. Рамзес снова воюет. Под дебафами какими-то использует манту. Его просто не пробить, кажется, нечем, да, 20-тысячного этого террор-блейда взять. А уже сами организаторы рофлят на тему, что у них чекалдырики в турнире играют. Марк там тоже запостил твит. 22-й чекалдырики на турнире играют. Ну, я, кстати, не могу сказать, что они играют сильно хуже, чем команда No Sorry, если уж мы берем там, да, аутсайдеров каких-то жестких этого турнира. Ну, примерно на одном уровне. Скорее всего, обеим командам полетать. Но... Да погоди, сегодня No Sorry развалят. У них команда вторая карта такая хорошая была по Джексон. А просто поинтереснее, чем Кита. Так, ну вот, наверное, последний файт уже. Марс погиб, Медуза погибла. Ну нет смысла, ребят, ну все уже закончилось. Под фонтан гонят. Well, сдаемся. Подольше будем смотреть на Рамзеса. Когда нас еще Рамзес на Террорблейде будет бить? ГГ. Все-таки ГГ. Признали, признали поражение. Да, терпеть это уже тяжеловато все-таки. Разнесли, наверное, ничего сверхъестественного не произошло в этой карте. Можем ли мы хоть какие-то положительные моменты отметить за игру, игру Чекалды? Лайтли отправляет Чекалды. Классный герой здесь. Вот против всего, что есть, он очень хорош. И все-таки это Роджер на паджике. Это будет 4 паджика, и Паша на Джеке разыграет. Да, во всем остальном мы разобрались с Rejects. Ну и у Чекалдырики все понятно, у них тут каждый герой на своей позиции. Не получилось комбинация слип-хук, потому что сперва залетел хук, потом залетел слип. Что-то не вышло. А тут-то ребята из фэл... Ой-ой-ой-ой-ой, а это будет дабл, скорее всего. Ну, ФБ точно забирает комфорт. Роджера еще нужно будет погонять, на Роджера может и не хватит, да? На сплов не хватит, Роджер уходит здесь. Баджика так просто не взять. Может, хук какой-нибудь, ну-ка. И есть! Найтсталкера хук, хорошо. Вот он, экшен, друзья. Спасибо командам за то, что начинают проявлять этот вот экшен с первых минут до... Ну, Депресс-кит не очень хочет, да, потому что тут есть все еще Queen of Pain, который придет и поможет. Тут уже Скрим залетает. Как понимаю, без Shadow Strike играет вообще Солджер. Так, Кекс, интересно. Sonic Wave, Zula Bane, нормально. Ой, Эмбер Спирит на развал Чейна. Как же шестого, честно, хватает. Он тут их всех поубивал. Но так не надо было в соло умирать. Это да. На линии. Надо было убивать. Вот тогда убил бы. Возможно, что я бы уже взял. Ну, пытается сжечь. Пытается сжечь. Леона. Чейнами не попал. Не попал. Умер. Или нет, подожди, до конца. Нет, погибает, но хотя бы фраг заработал. Слушай, для Солджа вообще круто все. Соло экспа, опять деньги за Эмбер Спирита. Там разница в 1000 голды уже. Реально будет опасно. Прокаст таблетки. Прокаст таблетки. Убить не удалось, а там вот здесь троем на Пашу нападают. Паша макропиру успел выдать. Рейдж, комфорт будет бить. Подкоп по двоим от лайна. Хороший, кстати. Слип, попытка спасти Пашу. Ну и все-таки 081 забирает этот килл. Может, ФНГ забрать тоже? Тут Роджер здесь. Роджер. Ротом пугает. Эмберспирит пришел. И здесь можно подбирать фрагов. А он невидимости вообще не видит. Подкоп получил. По двоим. А там ФНГ еще килку успел использовать. Ой, тут сейчас тех не хоронит. Депресс-кит. Да, и хук, хил... четко. Отлично, отлично разыграли. И комфорт еще уничтожить. Фраг для ФНГ, ну, может, он был трипл-килл отдать вообще депресс-китом. Колдыриком. Цепили лайн уже. Лайн подкоп не точно, хук тоже в ответ не точно. Дал брест. Поточки, нет. Приходит Найтсталкер и Эмбер Спирит. Не боится ли? Не боится ничего, там корабль еще прилетел от Кунки. Пока летает Найтсталкер, конечно, довольно опасно, но еще можно переждать. Ой, куда же прыгнул Queen of Pain-то? Как защитить Queen of Pain? Ее просто едят. По всем, как же им больно. И рассыпается команда Чекалдырики. Минус 3. Остальных отпустят. Без шансов просто. Ну, еще и комфорт. Комфорт тоже, да-да-да. Ну, скорее всего, в КД Рейдж. Минус 4. Хук не точный, Роджер пытался прочувствовать, ой, поймать. Финсгрип на лайфстиллера в центре. Комфорт погибает. Есть фраг ответный от Солджа. Через Sonic Wave с Бейном справился. Но эта компенсация недостаточная, потому что вы потеряли керри, забрали только пятерку. Может, Депресс-кида удастся убить. Лайн. Он мимо. Депресс-кид аккуратно копает.
Хотя Хекс Фингер здорово. Хорош. Арт-это килл, да. Подловили, убили, что 35 голды зарабатывает Queen of Pain. И пятнашка будет. Это будет 14. Это ж Найтсталкер ловит. Найтсталкер погибает. Вот, смотрите. Жить! Живет. Задоджил! Задоджил Фингер на развороте! И тут доджит красавчик какой. Ой-ой-ой, как разыграл. Минус 4. Так, может быть и не будет, кстати. Они тут могут ГГ написать. Так, написать. 5 баксов переводите, пожалуйста, номер карты вы знаете. Погоди, это был пробный. И мы не поспорили. Не, ну вообще, да, изи для тебя, кстати. Изи, смотри.